стадии чем-то. То есть, если вы посмотрите на наши лужайки, то есть они пока еще не того качества, где можно полежать с комфортом. Ну, просто вот пример, посмотрите. Вот. По идее, вот здесь нужно нормальную планировку сделать, нормальный небольшой ландшафтный дизайн, чтобы вот эта вот площадка получилась хотя бы вот на уровне вот этой, которая вот маленькая. Там, она, ее можно уже аккуратно убирать, красиво, вот как у охотника, стричь траву. Вот видите, когда у меня травка замечательная. Я думаю, что вот нужно вот такая, чтобы у нас газончики такие хорошие были. А пока мы вот то, что мы имеем, пока стоит, то мы имеем.